волосами. Кто видит мир влюбленными глазами? Для тех, кто обойти готов полсвета, любимых повторяя имена. Три месяца лета, три месяца осень, три месяца зима и вечная весна. Три месяца лета. Потоком. Пускай в узорах белых стекла окон, пускай сбивают с ног порывы ветра, но если сердцу молодость дана, три месяца лет. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые россияне. Я счастлива сегодня петь для вас. И, конечно, благодарю своих друзей, петербуржцев, за совместную работу. Петербургский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Станислава Константиновича Горковенко. Дирижер из Казахстана Ханат Ахметов. Кезінде есік ашқан
таптым, бастадым бірәнін махабаттым. Аққайым айылап арманымды, күбіп көкізін күліп жатты. С любовью встретиться. С любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом они найдут никогда. Любви еще одна задача сложная, найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Свинит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, теряют люди друг друга, проходят мимо друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Свинит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Спасибо вам большое. Новая песня композитора Луиса Мигеля на слова Иран Гаеп. Сен және мен, ты и я. Сен, тағы да сен сұлғой, терезелді қаққан сен, тағы да сенсің. Қабағымды баққан сен, тағы да сенсің. Сен, тағы да сенсің ғой сен, таңға жая белесін бейне ғой.
до самі мен, пошада він милає всім, та гада всім сухой, мене не єм всім сухой. Мен, та гада мен мухой, єси стала Тағыда мен мұғой, көсіз жана күйген мен. Тағыда мен, тағыда мен мұғой мен. Таңға жая белесін бейне, ғымарлық еншім мен. Тағыда мен мұғой, таңға көзден жаса, мұңлықтың менде ұдоса. Пошаны ты сужаса. Мен тағыда мен мұңғой, тапқан көзден жаса, зарлықтың сенде жоға менмен, барады менмін басы мен. Из репертуара великой французской певицы Мирей Матье. Прости меня.
ретро-песни казахстанских авторов. Наши ведущие артисты встречаются довольно редко, потому что маршруты гастрольных поездок у всех разные. Для этого зала Батырхан Шукенов написал песню новую. Называется «Мы встретимся». И они здесь встретились. Роза Рымбаева и Батырхан Шукенов. Мы с Батырханом в составе «Арая» вместе попели
проездили и не раз выступали в этом зале ровно 10 лет. Потом, естественно, каждый из нас стал самостоятельным художником. Песни Батрахан Шукенов. Разрамбаев. С первых дней на эстраде, на профессиональной сцене я пела под руководством своего мужа, композитора, аранжировщика,
дирижера Тасқана Оқапова. И следующая песня посвящается Тасқану, жақыным алыс. Сейчас премьера новой песни о Москве, которую будет дирижировать Александр Беляков. Мы очень волнуемся и надеемся на вашу поддержку, уважаемая публика, так как песня все-таки о Москве. Я могу
считать. И заветный свет храня, не волнуя и маня, они как люди смотрят на меня. И заветный свет храня, не волнуя и маня, они как люди смотрят на меня. Я как годы прежние опять под окном твоим готов стоять. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей. Я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон, негасимый свет. Рахмет. Премьера еще одной песни, конечно, это песня о Казахстане. Так как, в общем-то, у меня в репертуаре постоянно звучат патриотические песни, и почему-то публика к этому привыкла, и все ожидают именно вот такие патриотические песни в моей программе. «Аққу елім Казахстан» ее написал композитор Ерлан Қанапьянов. Где-то он должен сидеть в зале. Ерлан, где вы? Вы в зале? Вы переживаете за меня? Я впервые пою вашу песню «Аққу елім Казахстан».
Казахстан. Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербург, Россия. Мы еще с вами встретимся не раз. Я надеюсь, у меня очень много будет концертов в России, не только в год Казахстана, но и в дальнейшем. Спасибо вам за этот теплый, сердечный прием.